кого-то, кстати, пад. Мы заграем. Многовато совместно для одного вечера. Хотя надо признать, мне вспомнились былые времена. Давненько мы втроем не пробирались по неизведанным лесным тропкам. Вернее, будет сказать, это ты с нами давно не пробирался. Это хаос. Я от этого просто устал. Одна охота похожа на другую. Как ты можешь устать, если никогда не спишь? Усталость бывает разная. Сам узнаешь, когда подрастешь. Отдохните как следует, братья. Сами знаете, утро вечером мудренее. Да, прошлый мог вечер пусто. И ага, там была я у жена. Что это? Перелом. Содержим. Просто было видеть на моем перелом. Можно войти? Я принес мед. Из меня плохой собеседник. О, нам точно найдется о чем поговорить. Отойди. Ты рачина дидом осаднисы. Кто саш? Я так и дам на стул, если вы так делаете в детской. Тайма, два. Ну, делай! Сказал бы сразу, что не будешь. Зачем ты пришел? Подсыпь чищаю. Из вежливости. Не-не! С виду ты спокоен и рассудителен. Ты же спокоен и рассудителен. Ты си спокоен, а если того требует момент. Если того хочет момент, так я бы сказал, что требует. Я буду. А вы не точно на веде. Отряди ее тоже. Ох, чао, Дина, як снимаш? Ты знаешь, кто я. Ты видел сам. Незадолго до начала зимы произошло некое недопонимание.
о котором я сожалею. Но теперь мы все лучше осознаем, с кем имеем дело. Новина. Так, то, что ты сделал с его детьми, самозащита. Мы забыли его детей. Мы асы живем ради смерти. Муди, а магний. И скажем прямо, они были никчемными. Но Бальдер, другое дело. Бальдер. Он был моим следопытом, лучшим. Лучшим. Да, он тратил свой разум. Бальдер. Но от него была польза, а теперь его нет из-за тебя. Понимаешь? Ну, Хапу уже я сам забыл. А он забыл Фрею. А путь пеш старого. Твой должок. И ты тоже надоел. Хм. А что с идеей с тобой? Что тебе нужно? А прочь, вода пить! Предлагаю мир. Может, мир устроит почтенного бывшего бога войны? Давай не будем убивать друг друга. Может, посидишь дома, дашь отдых ногам? Не будешь искать ссоры со мной? Я отвечу тем же. При условии, что он перестанет искать Тюра. Да. Ты хотел найти Тюра? Старые порядки Тюра мертвы. Он мертв. Понятно? И тогда все, мы в расчете. Я даже пойду вам навстречу. Можете оставить себе пленника. Моего пленника. Да, я знаю, что ты здесь, рядом, сладкоречивый гаденыш. С какой стати нам тебе верить? Чего стоят твои обещания? А вот и он. Мой старый подельник. А он похудел. Что бы он вам ни сказал, это ложь. Чему ты хочешь? Что, умнейший среди живых внезапно ослеп? Мы ведь хотим одного и того же. В общем, предлагаю тебе честную сделку. Я договорюсь со своей бывшей. Фрея вас больше не тронет. Никакой угрозы для парня. Что ты забыла? Тебя ведь это заботит, верно? А сы... Ну, что скажешь? Йо. Это правда. Ты просто не хочешь признать. Он хочет просто признать. Нет. Не затягивай. А я это долго вижу. А я вот так вот. Все готовай. Наконец-то. Пауза. Не на то. Я давно этого ждал. Ты не здешний. У нас есть обычай. Кровавый долг. Это значит, ты поплатишься за то, что причинил боль моей семье. Сейчас объясню. На, я не могу. Ау! Это Сабальдра. А теперь покажи мне, что умеет убить собаков. Твой брат сам затеял ту драку. Мне плевать. Ну, разогрелся. Не бей в фокусы! Это расслабляйся! Рады не сижу в этой силы! Не сижу в этой силы! Не сижу в этой силы! И тебя взяли боком войны! Знаешь, кем я был? Призрака Спарты. Здраво! Кто знаешь, на что я способен? Покажи! Да, я умею, Торе! Вот это по-мужски!
хотел поглядеть на клетки. Они на твой зов не отвечают. А мне он полезно все умеешь. Ha!
любовь к дракам. Я тебе уже не так говорю. Выпусти бога войны! Яви мне его! Я этих сынка забрала, а ты не подрезалась! О! Сыновей, хоть уже и не тот, что прежде, но я не мои сыновья, а твой сын. У все отца есть виды на него. Да он стоишь! Слушай, какого сына считай твой долг уплачен. Светимся. Говорил же он справится. Радос, это Синдри и Брок. Ну и Драк. Может, домой, живо! Сотроим Один. Я подготовлю врата. Ну, пошли. Все рядом. Как славно, что ты заводишь друзей. Мьёльнир, конечно, лупит, будь здоров. Ты же знаешь, что вы сделали мы. Ты уже говорил. Говорил, да. Просто не был уверен, что ты служил. Но этот топор хотя бы теперь кому-то служит. Иначе... Готово. Сможешь попасть домой. Может, там Идосы? И вот еще что, малыш. Раз асы смогли заявиться к вам на порог, значит, сдохла ваша защита. Как вышвырнешь Одина, советую поискать другое. Левиафан. Помни Левиафан, это Левиафан. Фан. Фан. Фантастик. Сегодня. Иначе можно и не проснуться. Да ну, сам знаешь, всему дец ничем не гнушается. Может и шпионить за тобой, и разнести твой дом по бревнышку, пока ты спишь. Он на все способен. Иди за мальцом, а я кое с кем потолкую, и, может быть, смогу устроить вас на время к нему. Брат! Я уж хотел тебя искать. Ты ранен. А ты? Что он хотел? Ну, заплатить за крышу. И он позвал меня в Асгард. Ишь ты, за дверью-то я вас не слышал. Я отказался, само собой. Хорошо. Для чего ты искал Тюра? Скажи я, что ищу его, ты бы мне запретил. И ты скрыл это от меня. Я хотел тебе рассказать. Правда хотел, но раз ты узнал, я должен тебе показать. Нет. Поверь, тебе нужно. Поверь. Ты лишился доверия. Так дай мне его вернуть. Дай показать, что я нашел. К тому же,
Один наверняка вернется. И Тор. А они, похоже, могут выбить дверь и войти сюда всякий раз, когда им вздумается. Есть лишь один способ от них избавиться. И, кажется, я знаю как. Отец. Собирай вещи. Почка. Готов? Иди. Víte, co udělal Thor? On udělal takhle, byla tady byla jeho tamta věc, tak on udělal Bowser. Значит, не надо, ублюдок. Один, да то я. Значит, ребята, тает один. Один пришел аж к нашему прагу. Стоит, как Джив учил его сын. Не хочет ему помстить за банда. Ale hovoří o míru a nečinnosti. Odin tvrdí, že Atreus hledá Týra, chce by svého sněžené zanechal. Nedělá mi radost, že po počínání mého syna... Jož dařci! Kuda my jdem? Старый храм в Дикалесе. Зачем? Будет проще объяснить на месте. Один тебе снаружи, скажи. Он сказал на Йотунхейм ему уже плевать. Он сам предотвратил Рагнарёк, и тайны великанов его не волнуют. Думаешь, он знает, что они мертвы? Меня больше тревожит его безразличие. Он задумал. Дом совсем рядом. Налетчики дерутся друг с другом. Это не их стрелы. Тут есть кто-то еще. Свежие. Они пробрались сюда, когда защита удастся. И Один сам сломал защитное заклинание. Почти у моста. Похоже, он обвалился. Ищем другую дорогу. Я вообще сюда занесу. Мне снилось, что я здесь. Сны. Ого! Это
еще живой. Видишь что-нибудь снизу? Не знаю, что это, но оно не ждет. Помнишь, я сказал, что кое-кто способен помочь нам узнать больше о великанах и Локи. Ты про Тюра, старого бога войны этих земель. Он умер. Но если он умер, то почему Один так старательно его прячет? Верно. Он знает, что Тюр может поднять миры против него. И Тюр был союзником великанов. Так что... Хватит. Ничего себе! Как я уже говорил, Тюр был союзником великанов, а значит, он согласится нам помочь. И если кто и знает что-то обо мне, то это он. И если он жив, его надо найти. Разве не так? Слишком много если. В чем ты уверен? Скоро увидишь. Ты! 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 Ты
Степаник! Просто удивительно. Всю дельную магию Фимбул Виктор свел на нет, а вот всякая дрянь как и полезна. Осторожно! Убить человека зимы. Да? Все верно? Интересно. Наверное. Зимний муж? О. Он и впрямь многому научился. Чего, сэр? Неприглядность. Дай буду босс! Ты дал немало риски на своем нюку, но для одного умного... Брат! Отец! Твоему щиту конец, брат. Главное, не стой на месте. Отец, мамин щит. Тор разбил его, но... Может, гномы смогут его починить? Может. Потом. Идем. Тут можно пройти. Зачем мы сюда пришли? Ладно. Помнишь святилище, что мы видели? С рассказами про великанов. Где на плите слева происхождение, а на плите справа судьба. Да. Я их видел. Уже не раз. Да, упавшей колонны тут не было. Но святилище совсем рядом. Должен помочь. Дай
него. Вот так. Идем. А как угодно эту сцену я и вот на цикука. У меня тут вот не бабли. Я не буду ей заставить. Я хоть другим парту. Смотрите. Побывать лишь великаны. Святилища хранят их историю. Но их главная правда. Хранится тут, внутри. Помнишь историю о Сколе и Хате? Двух варгов. Один поймал их, потому что думал, что это поможет ему, когда начнется Рагнарёк. Да, помню. Но это не конец истории. Смотри, тут великаны освобождают Сколе и Хате. Освобождают? А это было или будет? Зависит от того, когда посмотреть. Говоришь, как великан. Видишь? Волки живы и здоровы. Где-то в Ванахейме. Да, там Один не сразу станет искать. Снова гонится за солнцем и луной. Снова за своим. А потом, вот, луна исчезнет. Ее украдут. Атрей. И Хате нечего будет преследовать. А говорят, от кражи светила никто не страдает. Уж не знаю, кто это, но кто-то придет и освободит Луну, и тогда она закроет собой солнце. Полное затмение. Такого не было уже сотню зим. Потом они побегут за стрелой, и все станет, как было. И как все это связано? Сейчас расскажу. Смотри, вот Рагнарёк. Видишь, кто возглавляет армию, идущую на Один? Это Тюр. И если он будет во время Рагнарёка, значит, он все еще жив. Верно? Мимир, это так? Один сказал, что убил Тюра, и тогда он мне доверял. Ну, по-моему. А что, если он его не убил? Что, если он просто держал Тюра где-то все эти годы? Снова эти «если». Хватит. Стой. Мы идем домой. Стой! Ну кое-что. Оно прямо тут. Что это? Все, что я нашел. Ну, почти что все. Работа великанов. Ты снова был в Йотунхейме? Нет, нашел в одном из других святилищ. Других? Во скольких ты побывал? Я? Ну, во всех. По крайней мере, во всех, что есть в Мидгарде. Я не знаю, что это. Но оно важно. Послушайте. Как и все это. В одном из святилищ я видел изображение плененного Тюра. Я не понял, где он. В других святилищах есть намеки. Там говорится о черном дыме, кровавой земле. Но мы так и не смогли понять. Мне помогал Синдри. Слушай, это не он придумал. Я его попросил. Просто, чтобы он меня прикрывал. Черный дым, кровавая земля. Может, тюрьма в Муспельхейме? Навряд ли. В первозданных мирах слово Одина не имеет веса. Кровавая земля
наводит на мысли о шахтах. Возможно, мир гномов. Свартальфхейм очень может быть. Их шахты изрыгали черный дым, а Один долгое время держал гномов за бороды. Значит, туда. Тюр где-то в Свартальфхейме, заточен в шахте. Ну что, идем? Нет! Домой. Сюда. Алка, так всем чао. Как нам попасть в Свартальфхейм?